Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Эрдоган призвал страны НАТО впустить Турцию в Евросоюз. Издание Bloomberg сообщило, что Реджеп Эрдоган в очередной раз доказал, что его не следует рассматривать в качестве надежного союзника. Турецкий лидер накануне саммита огорошил руководство ЕС и НАТО ультиматумом, сообщив о готовности одобрить заявку Швеции на вступление в военный блок только после вхождения Турции в состав ЕС. Указанные слова показались неожиданными западным политологам с учетом того, что Турция ранее не заявляла о том, что будет рассматривать шведскую заявку в зависимости от перспектив рассмотрения Еврокомиссии турецкой заявки на вступление в Евросоюз. Вообще, Эрдоган до президентских выборов заявлял о том, что Турция больше не стремится в ЕС, а намерена направить заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщало турецкое издание Hürriyet Daily News. Однако страны БРИКС довольно прохладно отнеслись к инициативе Эрдогана и заявили о том, что для рассмотрения турецкой заявки Турция должна предварительно разорвать отношения с НАТО. В преддверии президентских выборов Турции министр внутренних дел этой страны Сулейман Сайлу заявлял о возможном выходе страны из западного военного блока. Однако сразу после выборов Сайлу лишился должности, а сам Эрдоган успел принять целый ряд решений, свидетельствующих об очередном развороте Турции в сторону коллективного Запада. Эрдоган выдал боевиков Азова соседнему государству, договорился с президентом соседней страны о строительстве на ее территории завода по производству ударных беспилотников, договорился с президентом США Байденом о поставках для турецких ВВС американских истребителей F-16, убедил чиновников Евросоюза в необходимости отмены пошлин на поставку в Европу турецких товаров и предоставлении без виза гражданам Турции. По большому счету, Турция уже получила от ЕС все необходимые ей выгоды. В условиях падения турецкой экономики и местной валюты президент Эрдоган, по всей видимости, сделал ставку на укрепление экономических отношений с ЕС за счет открытия для турецких компаний европейского рынка сбыта. Разворот Турции в сторону Запада может привести к сокращению объемов экономического сотрудничества Турции с Россией, поставить крест на создание в Турции на российские деньги газового хаба и новой АЭС, а также привести к обострению напряженности вблизи наших южных границ и на территории Сирии. При этом вовсе не стоит исключать попыток Эрдогана поиграть в многовекторность за счет получения экономических выгод и со стороны России, и со стороны ЕС.